щелочная промывка и кислотная промывка. Они промываются здесь и внутри. Ева Гвоздева – молодой биолог-эколог. На слет юных исследователей приехала из Комсомольска на Амуре. Сегодня она вместе с другими ребятами учится анализировать здоровье коров через показатели их молока. Ева часто гостит у бабушки в деревне, помогает по хозяйству. А теперь делает первые шаги в сторону профессионального выбора. Вообще я хотела стать экологом, но сейчас метаюсь между агрономом и экологом. Я прям путаюсь куда. Потому что это очень интересные направленности, а я очень любопытный человек. Арсений Шитиков стоит перед таким же профессиональным выбором. Школьник уже несколько лет исследует дальневосточную природу и любит все, что связано с экологией. На своей родине в Советской гавани высаживает деревья и помогает очищать от мусора берег родника. В слете молодых исследователей участвует во второй раз и уже точно понимает, для чего. Новые знакомства, знания, которые в будущем могут тебе помочь, например, когда будешь сдавать экзамены по биологии. Потом можешь понять, зачем в нашей стране такие люди, для чего они нужны, чем они занимаются. И я хочу стать одним из них, чтобы помогать нашей природе и сохранить ее. Участники слета молодых исследователей получают возможность узнать, как работают разные сельскохозяйственные предприятия. На Хабаровск-племсервисе ребята учатся определять состояние здоровья крупного рогатого скота. Сегодня как бы в сельском хозяйстве края активно внедряются цифровые технологии, в том числе мы с помощью нашей лаборатории мы совершенствуем генетический фонд животных, то есть предлагаем сельхозтоваропроизводителям искусственное семенение именно по породам, которые им необходимы по продуктивности. Слет молодых исследователей «Сила в открытии» проводится во второй раз для школьников в возрасте от 13 до 16 лет. Помимо агронаправления, ребят из разных районов края изучают лесное дело и проводят эко-мониторинг. Есть потребность кадровая, да, и нужно готовить детей именно в эти отрасли для работы и как практики, и как чиновники, и как управленцы. Поэтому вот эти направления взяты как главенствующие. В слете молодых исследователей приняли участие 30 школьников. Виктория Заикина, Ольга Власова. Смотри, Хабаровск.